Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис. Итак, сегодня хотел поговорить о работе. О работе по найму и о работе в интернете. Итак, вот и задаюсь таким вопросом иногда. Почему люди готовы работать 40 лет на дядю, как говорится, либо по найму, и не готовы развивать свой бизнес в интернете? Причем не те проекты, которые там открываются и закрываются каждые там 2 недели, а именно бизнес развивать. Почему вы не хотите учиться? Почему вы не покупаете курсы, которые вам продают? Или вы думаете, что за то, что вы существуете на земле, вам все должны платить деньги? На самом деле это все не так. Итак, смоделируем ситуацию. Ну, или я, например. Вот я прихожу такой красивый, весь побритый, весь в часах дорогих. Вот у меня дорогие часы на руке. И прихожу и говорю: здравствуйте. Например, Иван Иванович, который мне предлагает работу по найму. Здравствуйте, Иван Иванович. Я вот такой красивый Маркелов Борис. Вы мне должны платить деньги. И мне встречный вопрос задают: а за что мы вам должны платить деньги? Чтобы мы вам платили деньги, вы должны что-то производить. Но вот такая же ситуация происходит и в интернете. То есть, чтобы что-то получить, надо что-то произвести. Многие люди приходят в интернет зарабатывать и, например, ищут работа без вложений. Причем интернет пестрит вот такими заголовками: либо заработай 1000 долларов за день, заработай 1 000 000 за один день. Товарищи дорогие, такого в интернете нет. Понимаете, вы будете зарабатывать и 1000 долларов за день, и 2000 долларов за день, только когда этому научитесь. Научитесь это делать. Можно зарабатывать даже... Вот у меня самый большой заработок был, это около 100 долларов за минуту. И все это возможно. Но этому надо учиться. А вы этому учиться не хотите. Некоторые говорят, что у них нет денег. Нет денег, начинайте обучаться сервисов, которые не требуют вложений. Но обратно же, учитесь так, чтобы к вам люди шли. Учитесь общаться с людьми. Не надо тупо спамить им в личку. Не надо спамить в группы там, в какие-то. Хотя, ну, это как вариант. Спам в группы — это как вариант. Но, с другой стороны, для этого есть обученные роботы, которые люди создают и которые стоят денег. В любом случае, если хотите автоматизировать свой бизнес, вы должны купить роботов. Кстати, страницы на инструменты будут под этим видео. И опять же, давайте посмотрим. За красивые глаза, за вашу фамилию и за то, что вы есть, вам никогда никто не будет платить деньги. Но, тем не менее, когда вы живете, с вас все требуют деньги. Смотрите, например, вы нигде не работаете. Вы просто ходите по земле. Вы живете в квартире, и каждый месяц вам начисляют квартплату. Потому что тепло, которое подается в ваши дома, либо вода, либо свет, они не делаются бесплатно. Они делаются с каких-то ресурсов, на которые человек работает. И с другой стороны, если посмотреть по статистике, вот из 100%, если подсчитать, 65% людей, которые приходят в интернет-бизнес, они из него уходят, даже не проработав там 1 года. 25% чего-то добиваются. Причем добиваются, либо зарабатывают, отрабатывают свое вложенное, и на этом у них все заканчивается. Либо вяло текущая такая у них протекает работа, если они, ну, не имеют продвижения какого-то. Это вот та же самая работа без вложений. Скачали расширение, например, это как рекламные площадки Surferner.
и получаете по 1 копейке за просмотр баннеров. Но согласитесь, это не те деньги. На любой рекламной площадке можно и нужно зарабатывать по 1500 в день. Но, с другой стороны, вы должны приглашать людей. Ну, не умеете приглашать, извините, получаете 1 рубль в месяц без вложений и радуйтесь жизни. Ну, что вы на этот рубль, вы даже не оплатите себе интернет. Вот, и что еще хотел сказать. Хотите развиваться? Начинайте учиться. Хотите развиваться быстро? Присоединяйтесь к нашей команде лидеров. Ссылочка на наш проект будет под этим видео. Еще что хотел сказать. Круглосуточную помощь мы вам обеспечим, потому что чат активистов работает практически круглосуточно. Мы, если даже не находимся дома, находимся либо где-то в дороге или в отдыхе, у нас всегда с собой находятся мобильные гаджеты, которым мы можем помочь. Все наши данные, вплоть до номеров телефонов, будут находиться у вас в личном кабинете, если вы зарегистрируетесь под меня. Все мои данные есть. Хотите развиваться? Будем развиваться. Хотите развиваться без вложений? Ну, попробую вам помочь, но обратно же, если вы этого делать не будете, я не заинтересован в таких работниках. Итак, подумайте, либо вы плотно работаете 2-3 года и потом разъезжаете на шикарных автомобилях и живете в шикарных квартирах, либо вы ходите 40 лет на работу, ездите на хреновой машине, которую взяли в кредит на 5 лет, либо на 10, не дай бог там на 15. Живете в квартире, которую вы взяли в ипотеку. Выбирать вам. То есть, и запомните одно правило. Большие деньги заработать легче, чем маленькие. На этом заканчиваю. Всем привет.